перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Я только проснулся, короче, вообще, вот. Ого, ого, смотрящий что-то прибавляется и прибавляется, ты популярен, чувак. Сейчас благодаря тебе буду хайпить подписчиков. Главное, Шугон Влад ушел. Что ты, как дела твои? Да ничего, там потихоньку туда-сюда, вообще так. На движениях. Короче, там... Лиза выложила фотку с тобой, я подумал, что ты налысо побрился. Ой, да не, пока что не, я не стал такого. Не, там именно похоже, будто ты налысо побрился, типа, очень я сильно. Я знаю, да-да-да. Я такой думаю, всё. Мы в центре, короче, вообще гуляли. Были на этих, как их, патриарши пруды, короче. Пиздец, братан, там столько мажоров, это вообще охуеть. Ну, главное, что я теперь знаю, что Кузнецкий мост — это улица, а не мост. Я не знаю, почему так называется. Но там пиздец, одни мажоры. Так сложно было там гулять. Я когда прям вышел оттуда, прям воздух другой стал. Дышать стало легче. Кем ты вдохновляешься для своего байта? Тут типа вопрос такой. Я их даже не читаю, блядь. Эти вопросы для хуесосов, братан. О, блядь, я его прочел, я хуесос, сука. Кем ты вдохновляешься для своего байта, блядь? Надеюсь, меня сейчас выложат на рэп-перископ. А? Надеюсь, меня выложат на рэп-перископ. Выложат рэп-перископ, диджей Симбиотик и Лидер. Блядь, а можете сделать одно ебало? Блядь, скажите рэп-игре, что я в рот ебал просто. Блядь, надо что-то вот так. Всех рэперов отметить. Диджей Симбиотик и Лидер О. И знаешь, так всех подряд. Да, да, да. Стопудово так и будет. Вообще я Snoop Dogg, пацаны. Чё? Я Snoop Dogg. О, блядь. Ты нахуй этот, блядь. Терпила. Харик харьковский, блядь. Ну окей. Что, мы водку пить будем в Москве? Будем, конечно. О, охуенно. Еще как будем, блядь. Я во вторник приезжаю. Ух, ебать. Через неделю. Подожди, это получается завтра? Не, через неделю. А, через неделю. Ну вот через неделю я тоже как раз буду здесь. Просто уезжаю там кое-куда, потом в Телеграме скажу. Кайф. Надо еще Серегу попросить, чтобы он там видос доделал для тусы со мной. А то он как-то никак не доделает. А, да, ты же 29-го еще будешь танцевать. Да, буду рэпом, сука, петь. Привет. Да, кстати, эти все, кто смотрит трансу, это... кто там, что там в Москве будет? 29-го тусовка. Да, 29 числа тусовка, Skin and Bones и Velvet, и я там тоже буду, может быть, пообщаемся. Вот. Да, рэп зачитаем. Да. А, сука, шумит, блядь. Тусовка, если что, делается в благотворительных целях, чтобы помочь нашему кенту из тюрьмы выплатить энную сумму. Вот. Поэтому можете не довериться, это так. Да. Даже я деньги не беру. Да, даже он деньги не берет. Мы там никому не платим, и там все за респект выступают. Нормально. Видел, как этот Rich the Kid убегал от Lil Uzi? Да, да, да. Пиздец, тупо угорал нахуй. Чисто русский рэпер какой-то. Я видел видос, где тёлка ещё орёт, типа, плагволк, плагволк. Да-да-да, плагволк, плагволк, да-да. Узи вообще красавчик. Один приехал, тупо, давать пизды резикиду, ебать, и тот за охранниками спрятался. Да-да-да, ну это чисто, блядь, да, тоже такая гнилая индустрия. Пиздец, это так хуй. Я после этого не могу больше его слушать. Я его слушаю, такой, я не знаю. Да мне никогда резикид не особо нравился. Не, ну, плагволк, охуенный трек. Где Мор? Спрашивают, где Морти? А это тебя спрашивают. Это тебя спросили. Он на курорте.
На курорте, да. О, как тебе моя стрижка? Нравится? Стрижка? Вспышка. Бля, бро, в натуре ты каре что начала стращивать, что ли? Да я ж не гей, чтоб с каре ходить. У тебя, да, через месяц будет вот такая вот хуюшка, знаешь, вот тут по бокам, так вот так. Опа, опа, такой домик чистый. Так уже есть. Всё. Давай. Во-в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 о. Давай, почти. Ща. Вот так. Офигеть, мясо. А вот город свет. На аватарку, там статус там какой-нибудь очень такой пафосный и умный, там, знаешь, и там дата рождения, там, 13 сентября, там, 2002 года. И прыщи еще наебальники. Или знаешь, чтоб мне набили сейчас ебало было бы сильно? Что-что? Чтоб мне сейчас ебало набили было бы тоже сильно, за челку. Вот сейчас именно? Да, именно. Сейчас Лил Узи Вёрт мне набьёт ебало. Подошли бы и сказали, ты чё ебать? Охуел. Кто играет в танки? Я в 45-м играл в танки. Я никогда не играл в танки вообще. Я только в 45-м. Пиздец, я охуеваю за то, что взрослые мужики в танки играют, пиздец. Танки онлайн, блядь. Так красиво в Харькове. Это где? Это в Харькове. Это Харьков? Да. Я думал, Париж. Барселона. Сейчас Кизару подкасни. Ракурс неплохой выбрал, да. Это что хотел сказать? Бля, что вы про брови Арсена базарите? Вам что, мои не нравятся? У тебя два дохлых хомяка, блядь. Ебать, ты будешь спать, а брови вообще... Они у тебя слишком грустные. Прикинь, тебе одну бровь сбрить. Да, такое. Охуенно было бы. Красиво. Знаешь, пока ты спишь, типа тебе бреют одну бровь и набивают татуху, такую узенькую, блядь, бровь. Да, да, да. Татуаж бровей. Я бы потом этому человеку не знаю, что бы сделал, бля. Написал бы на него дис. Как ЛМС? Как настоящий русский рэпер, да. Сейчас вот, блядь, куриня бывает. Оно вообще-то это, как его? Там что-то... Пиздец, ты видел, какие картинки начали писать на пачках? Я в ахуе. В Москве, не, у нас вот такие. Бля, не-не-не, в Москве там пиздец, там прям показывают... Да, я видел. Мне все время, когда продавали симпотенцию, я их не курил, я Жеке отдавал. Мертворождение, там что-то там какая-то еще хуйня. Да. Сука, я трансляцию не хотел проводить, это все из-за тебя, блядь, ты меня позвал. Я, блядь, трансляцию не провожу уже, наверное, недели три. Нахуй надо, бля. Трансляции для лохов. И поэтому ты сейчас ее ведешь. Да. Я как-нибудь, когда у меня будет миллион в Инстаграме, за долгое время проведу трансляцию. Никогда? Что говоришь? Блядь, машины шумят, нихуя не слышу. Я говорю, когда у меня будет миллион в Инстаграме, слышишь так меня, да? Я проведу, короче, свою первую трансляцию на 10 тысяч человек, чтобы сказать, что твой рот ебал. Вот. Мой? И... Да. А и... это ты, чувак? Где я? Я не вижу. Сейчас. Что это? Это гондон? Да. Спасибо, брат. Уважаю. Бля, прикинь, короче, я сегодня о чем задумался. Вот чем? Есть же люди, типа, в рекламе презервативов снимаются. О чем они думают, типа? То есть, реально, телки, же... которые снимаются, типа, в какой-нибудь хуйне, типа, мол, типа, молочницы. Не-не-не-не-не, ну это хуйня. Ты прикинь, снятся в рекламе гондонов, братан, тебя все гондоном будут называть. Типа ты никак уже не отнекаешься, ты гондон, блядь, ты хули, ты же снялся в рекламе гондонов, блядь. Ну а чё, всякое бывает? Не бывает, блядь, я бы ни за что, я бы даже ни за что не снялся. Да не, ты что, за лямбы баксов не снялся в рекламе гондонов, не заебай. Нет, я бы не снялся в рекламе гондонов, блядь. За лям, а за два? Нет, ну, блядь, это жёстко. Да, конечно, чувак, дают тебе 15 лямов долларов, ты снимаешься по-любому. Сняться в рекламе гондонов, братан, это жестко. Типа, реально? Ну, какая первая мысль? Гондон, бля, хули.
Не, ну если бы, окей, сняться в рекламе гондонов, заработать на этом 15 миллионов долларов, что, конечно, невозможно, но если бы это было возможно. Вот. И, короче, это... И уехать куда-нибудь просто, и удалиться из всех социальных сетей. Ну да. Вот, шо ебать. Когда альбом дропнешь, спрашивают? Не знаю, скоро. Скоро. Не знаю, ты слушаешь первый класс? Нет, я их никогда не слушал, всегда считал говном ебаным. О-о-о, это биф, чувак. Я второе пришествие первого класса, ты первый, на кого я запишу диск. У меня первый класс не действующий рэпер, но он был, типа, когда-то, я никогда не любил. Типа, я не любил всю эту хуйню с ломоёбством. Вот будем бот купить, я тебе покажу. А? Будем бот купить, не, ну типа, знаешь, что это было прикольно, там, у них этот царь, что-то, это шок, там, что-то еще. Лоб пиздатый у Лизера. Надеюсь, это мой, типа, вообще, типа, знаешь. Хороший. Ответственный лоб. Какой? Я в центре, Кирилл, напротив гор света, вот тут вот. Салют, Дорин. Ладно, короче, пизду от прямой. Да, ладно, ладно, да, ну, да, давай, да, я. Я пойду тоже до делами заниматься, давай, братан, мне. Эшкере.